Всем привет! Вы на канале Artfly, и это снова распаковка бумажных сюрпризов. Так как в прошлом видео мы закончили три коллекции, сегодня у меня очень много новиночек. Сейчас все покажу. У меня 6 новиночек. Первая новинка — фон для видео. Сейчас покажу все пакетики. Какие вот пакетики у нас. Вот так. Вторая новиночка у нас чехлы на телефон. Здесь у нас сами пакетики являются наклейками. А внутри этих пакетиков будут чехлы. Далее у нас коллекция приложений на телефон. Там будут попадаться разные приложения. Ну и здесь все пакетики одинаковые. Далее коллекция бумажная косметика. Здесь, кстати, я первый раз рисовала какие-то рисунки на самих пакетиках. Вот, 4 пакетика вот таких вот. А остальные, как обычно, всякие узоры. Ну, потому что на них у меня уже закончилась просто фантазия. Следующая коллекция тетради называется. Здесь она огромная. 16 пакетиков, и здесь будут попадаться разные тетради. И последняя коллекция, пазлы, точнее, потому что это только первая часть, а уже у меня готовится вторая часть. Итак, мы все новинки рассмотрели, давайте выбирать пакетики. Наша огромная коллекция — мои маркеры. Возьмем сегодня 3 пакетика, вот первые попавшиеся. Коллекция пластыри. Возьмем, давайте сегодня 1 пакетик. Здесь получилось у нас мало пакетиков уже осталось. И сегодня возьмем 1 пакетик. Вот такой вот. Следующая коллекция — еда. Возьмем маленький пакетик со знаком вопроса. Большая коллекция — математика. Возьмем сегодня 2 пакетика. Вот такой вот. И давайте вот такой вот. Коллекция «Школьная жизнь». Осталось 2 пакетика. В следующем видео мы ее уже закончим. Возьмем вот такой вот. Так, вот. Коллекция «Эмоджи». Тоже осталось 2 пакетика. О, возьмем с знаком вопроса, а этот оставим на следующее видео. Прошлая наша новиночка England или Англия. Возьмем вот такой вот пакетик. И у нас теперь остались только новиночки. Чехол на телефон. Возьмем вот такой вот телефончик. Коллекция — фон для видео. Возьмем, давайте вот такой вот. Коллекция приложений на телефон. Возьмем сегодня 2 пакетика. Вот первые попавшиеся. Там все равно выбирать нечего, что все пакетики одинаковые. Так. Коллекция бумажная косметика. Возьмем, давайте, вот такой вот пакетик. Коллекция тетради. У нас их много. Возьмем сегодня 2 пакетика. Вот такой вот. И давайте вот такой вот. И последняя на сегодня коллекция. Пазлы. Возьмем тоже 2 пакетика. Вот такой вот. И вот такой вот. Вот сколько у нас сегодня пакетиков на распаковке. Я считаю, очень много. Сейчас будем распаковывать. Так, давайте случайно откроем какую-нибудь коллекцию. Главное, не новинка. И нам попалась коллекция пластыри. Сегодня как раз сейчас откроем именно ее. У нас сегодня 1 пакетик. Открываем. И нам попался вот такой вот зеленый пластырь. Приклеим его куда-нибудь вот сюда.
Так, давайте все-таки начнем сначала. Так удобнее, я считаю. Коллекция математика. Где она? А, вот. Раз и два. Открываем. И нам попалось понятие смешанные числа под номером 16. Вот сюда вот. Приклеим. И второй пакетик. Ой, приклеилось понятие, что у нас. Вот. И нам попался отрезок под номером 18 на второй страничке. Вот сюда вот. Далее коллекция эмоджи. У нас, получается, остается два пакетика. Один сейчас распакуем и в следующем видео закончим эту коллекцию. Итак, что нам попалось? Нам попался вот такой вот эмоджи, злой такой вот красный. Приклеим его вот сюда. Так, коллекцию пластырей мы уже сегодня распаковали. Далее коллекция «Школьная жизнь». Осталось также два пакетика. Открываем. И нам попался такой вот карандашик под номером 5. Вот сюда вот. Следующая коллекция «Еда». Такой вот у нас маленький пакетик. Распаковываем. И нам попалась вот такая вот наклеечка «Бананы» под номером... Что? А, под номером 5. Вот сюда вот. Вот так вот. Следующая коллекция, наша прошлая новиночка, Англия. Откроем. Здесь как открывается? Вот так вот. О, круто. Нам попался вот такой флаг. Это, по-моему, я ошиблась, конечно. Это флаг не Англии, а именно Великобритании. Но я считаю, ничего страшного. Под номером 1. Вот сюда вот. Так. Сейчас давайте с помощью коллекцию маркеры, а потом же перейдем к новиночкам нашим. У нас 3 пакетика. Откроем. Нам попался вот такой вот коричневый маркер под номером 93. Приклеим его вот сюда. Второй пакетик. Нам попался такой вот зеленый маркер, светло-зеленый, под номером 175. Давайте приклеим его вот на эту страничку. Вот сюда вот. Красивый такой цвет, я считаю. И третий пакетик. И нам снова попался зеленый цвет под номером 46. Ой. Сюда вот приклеим его. И наконец-то пришло время новинок. Я их на самом деле очень долго делала. И вот наша первая новиночка. Фон для видео. Я здесь первый раз делала такую вот прозрачную страничку, вкладыш. И давайте распаковывать. Делаем. Вот.
И, кстати, здесь еще новая открывашка. Классно открылась. Нам попался вот такой вот фон. Такой вот розовый. Под номером 1. Вот сюда у нас получается. Сейчас главное ровненько приклеить. Криво. Приклеили. Красота. Следующая новиночка. Чехлы на телефон. Здесь у нас пакетики являются наклейками. Давайте сначала откроем, что внутри. И нам попался вот такой вот чехол. Давайте приклеим. Под номером 4, кстати. Так вот ровненько получилось. И вот сюда вот приклеиваем. Приклеивайся, давай. В следующий раз нужно будет всякие засечки делать, чтобы легко открывалось. Вот, все, зацепила. И его вот сюда автоприклеить. Такая вот красота. Следующая новиночка. И у нас вот такой вот разворотик. Это чехлы на телефон. Коллекция. Ой, извиняюсь. Приложение на телефон. Откроем. Здесь должна быть насечка какая-нибудь. О, не поняла, не поняла. Где она? Ладно. Откроем просто так. Что сегодня за день такой не открывается? И нам попалось вот такое вот приложение WhatsApp под номером 1. Вот сюда вот. И второй пакетик. Тоже нет насечки почему-то. Я вроде бы делала насечки. Ладно, думаю, ничего страшного. Нам попалось такое приложение Chrome, вроде бы это. Под номером 2, кстати. Приклеим. Ой, я даже не знаю, кстати, его повернуть. Наверное, вот так. Надеюсь, что правильно приклею. Закрываем. Вот так вот. Следующая коллекция. Следующая новинка, точнее. Коллекция бумажная косметика. Где она? Так, это у нас тетради. Вот. Открываем. И нам попалась вот такая вот наклеечка. Хайлайтер. Это, кстати, он на самом деле такой вот существует. Но лично у меня такого нету. Под номером 7. Следующая коллекция тетради. У нас вот так вот две странички получилось. И два пакетика. Фух, чуть не разорвала. Вот такая вот нам наклеечка попалась, тетрадочка. Под номером 13, на вторую страничку. Вот сюда вот. Приклеим. И второй пакетик. Так, да. И нам попалась вот такая вот тетрадочка.
12 листов, кстати, в клетку. Здесь не написано, а вот на некоторых тетрадях будет написано. Под номером 14. Вот сюда вот. И последняя на сегодня коллекция. Здесь, кстати, еще вторая часть уже готовится. Она почти готова. Осталось только запаковать пакетики. Точнее, наклейки в пакетики. Вот так. Открываем. О, и нам попалось две сразу детальки вот таких вот. Под номером 5. Ой. Да, вот так. Под номером 5 и под номером 11. Где? Вот сюда вот. Так вот, вроде бы. Под номером 11. И второй пакетик. Нам попалась одна наклеечка, вот такая вот, под номером 1. Вот сюда. И, кстати, забыла сказать. Те, кто угадает, что здесь за изображение, пишите в комментариях. А когда мы распакуем всю эту коллекцию, и вы сами уже увидите, кто угадал, а кто нет. Итак, на этом наше видео подошло к концу. Сейчас покажу, какие... Мы сегодня распаковали пакетики. И сегодня было аж 6 новых коллекций. Я думаю, теперь понятно, почему у меня долго не было видео с бумажными сюрпризами. Здесь нет ничего. Так. Клеила случайно. Ну и на этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!